осталось? Ну, кушаю. Не хочешь? Что? Это фрукты. Это десерт, это не еда. Это еда! И с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. Ну что, Лёха, давайте птидёр, скажу вам! Да уже выпиваю! Девочки... Блин, Ксюх, смотри! Они что, расстались? Блин, я хочу к своему Кореньке. Коль, сейчас придет мой лучший друг, хорошо? Кстати, вот он. Привет! Получишь, держи. О, здорово, проходи. Сломанная лапка. Мила, я уже готова, твои родители уже подъехали? Ты оказался тряпкой. Ты что смотришь, лифт иди вызывай. Быть с тобой, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой. Быть с тобой, быть с тобой. Чего стоишь, ноги убрала, а я полы мою? Как же задолбали, свиньи. Да он же, да ну, ну блин, ну как это мы серьезно? Тебя же убили, дура. Да? О, Сереж, во что ты там играешь? Можно я попробую? Сереж, а почему у тебя в игре голая баба? Там голая баба, Сереж. Это игра. Да ты что, вообще рехнулся? Какая игра она пристает к тебе? Это игра. Ах ты скотина. Не ты, как говорю. Все проходимые миссии были удалены. Ой. Да ты не пройдешь, я много раз пыталась, это очень сложно. Успокойся, я в этом деле профи. У тебя получилось? Да, Лосаров. Гляди, ты его красиво одела. Он похож на гея. И что, это красиво? О май гад, Ронни. Да, можно, пожалуйста, макфури, картошку фри, ну и бургер тоже можно, да-да. А, да, спаржу, брокколи и немножечко, да, зелени, мне кажется. Съешь что-нибудь вкусненькое? Не, вообще что-то неохота. Ой, а можно понюхать? Я пройду, если спрячешь, ты иду, я найду. Она набросилась на меня, я отвечаю. В честь начала твоей диеты я тебе решила кое-что подарить. Он же шоколадный. Ну, знаешь, с твоим размерчиком тебе даже шоколадный светит. В этом пакете лежит сладости и всякая хрень. И с сегодняшнего дня я начинаю мою жесткую диету. Все, удачи. Холодильник вижу, там и два яйца. Как я понял, холодильник лежит на обед. Я бегу в магазин, продавщик. Ну, что делает? О, привет! А что он тут делает? Пусть с нами погуляет, что теперь делать? Ну классно погуляли. Даже меня не спросили. Наш любимый магазин. Пойдем, пойдем, пойдем. Зай, чего мы захотели новый телефон смотреть? А, да, пойдем. Да вы задолбали уже. А что ты такая злая? При тебе что, секса мало? Эта штука постоянно опаздывает. Может, пойдем найдем, а? Может, он там будет? Блин, ну го. Вон она, блин, стоит. Сучка, иди сюда. Шутко, привет! Наш звук называйся мы мист. Опять опаздываешь, да? Подождите, я сейчас парню позвоню, окей? Даже у него есть парни, у нас нет. Зато целуется хорошо. Что? А что? Ты что, девчонки, может, по магазинам пройдемся? Ща, девчонки, я померю, ладно? Опять какую-то херню выбрала? Не говори. Может быть, это лучше? А, да, хорошо, конечно. Мы наваливаем бас. Девчонки, может, косметику посмотрим? Да и даже никакая косметика не поможет. Не говори. Ой, девочки, ну ладно, все, пора. Наконец-то я ушла. Господи, как задолбали эти шлюхи. Наконец-то я с ее парнем пососусь. Ну, пойдем. И прикинь, они вместе выложили фотку. Ты задолбала плеваться. Ну давай, все, Сереж, пока, люблю тебя. И прикинь, у Вадика вот такой. Да ладно, дашь мне ручек? Что за Вадик, Вадик? Сереж, ну это просто наш один друг там. Моя мама сита. Моя синьорита. Сочная бомбита. Все ми очень галы. Да, любимая, я тебя тоже очень хочу. Приезжай скорее.
Сейчас прослушаем. Ну чё, как тебя зовут-то? Меня Надя зовут. Прикольно, меня зовут Эльвира. Прикинь, вы с моей мамой тёзки, её тоже Настей зовут. Меня вообще-то Надя зовут. Это Хабиб, познакомься. Привет, привет, Катя. Ну чё, как у тебя дела? Привет. О, привет. А ты с кем пришла сюда? Да с подругой. Прикольно, может, потанцуем? Давай. Давай. Машинерита. Извини, пожалуйста, я сейчас всё вытру. Что мне мочегалы? Ах, вы суки! Ну я вам сейчас покажу. Это не то, что ты подумала? Ну да, конечно. Просто пятно. Давай, ты что, обижаешься, что ли? Это всего лишь пятно. Нет, я не обижаюсь. Давай, обнимемся. Все хорошо, милый. Все хорошо. Какая девчонка. Да ладно, обычно. Да нет, я, походу, влюбился. No hope, no love, no glory. Очень вкусная чечеса, он любит. Даня, подожди, мы сейчас попробуем. Мы так разыграли, круто. Street, they say, hey, sexy. When I'm dancing. Ты тапки у меня не зимние, ты держи меня, блядь, покрепче, главное, а? Чем ты занимаешься? Да я помогаю бездомным, вот недавно есть два детских дома. Ты всегда там шури-муры, расстегнулась, да, нормально. Ты тоже заметила этого парня. Короче, я к нему сейчас подойду. You can look, but you can't touch, silly boy. I ain't got no... Ты страшная такая, ты такая страшная. Да ну на. А чё такое? Когда вроде нет. Ну блин, мне нечего водить на свидание. Ну у меня где-то завалялись спортивные штаны. Точно. И прикинь, я ему отказала. Я рада, что это сделала. Я сказала нет, когда он говорил мне да. Почему он так в жизни, сука, несправедливо? Ох, вот он заявился. Ты опоздала целых 2 минуты. Дорогая, ну прости. Блин, хоть бы он меня обнял сейчас. Ну дай тебя обниму. Не трогай меня. Нет, ты первый, кладет трубку. Нет, нет, нет. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Чё? Нет, я ему сейчас наберу. Алло, ты чё, офигел? Так-так, мне нужно купить красное пальто. Вау, какие классные духи и косметика. Ну, я думаю, лишнего не будет, если я закажу совсем чуть-чуть. Курьер, курьер. Опять фигни купила. Вообще-то там очень качественная косметика и недорогие цены. Поэтому все и взяла на флакон плюс. Во-первых, снимаем эту ненужную херню. Оно сейчас никому не нужно. Нужны большие... Так-то лучше. Если у вас нету сисек так же, как и у меня, то вам пойдет следующий вариант. Оп, оп. Сжали. Блин, прыщ, что делать? Смотри, все очень просто. Берешь и закрываешь его рукой. На фотке сработает. Вот так вот. Не забываем про наших двух подружек. Ведь все же знают, что сейчас очень модно иметь губы, как анус у макаки, поэтому я нашла офигенный вариант. Так-то лучше. Королев. Если у вас жирное лицо, и вам даже бабуля говорит, хватит жрать, этот вариант для вас. Вот так вот, девочки, приучитесь. Инстаграма, инстаграма, инстаграма. Королева фотошопа. Так, сделать селфи, что ли? Королева инстаграма. Хреново я, конечно, выгляжу. Ну ладно, от фотошопа все равно. Фотошопа, грудь. Так-так, нужно ее засрать в комментариях. Точно, засру ее через фейка. Привет, милый. Как у тебя дела? Я только что встала, в глазки только что открыла. Да, это хорошо, что ты мне позвонил. А люблю тебя очень сильно. Мне нужно хлопать глазами. Если хочешь, давай себя на всех разобрать. Милый, давай купим. Нет, задолбала пить уже. Это что такое? А, прикинь, милый, что нам в подарок в магазине дали. Круто, да?